Как настроить сканер на данном телефоне, сейчас продемонстрирую. Перелистываем столы, находим папочку «Отпечаток пальца» и заходим в управление отпечатком пальцем. Делаем графический ключ или пин-код или пароль. Давайте введем пин. Раз, два, три, четыре. Только не забывайте. Ввели. Нажимаем кнопочку «Готово». Вы не ввели отпечаток. Ввести немедленно. Окей. Вводим. Для того, чтобы ввести, мы должны перевернуть телефон. Вот у нас есть сканер пальца. И начинаем прикладывать палец разными частями, пока отпечаток не запишется в телефон. Все, отлично. Теперь проверяем. Так. Первый раз он просит ввести пароль. Заходим. Блокируем. И теперь вот пальцем нажимаем. Пожалуйста, доли секунды, телефон разблокирован. Также отпечатком пальцем можно фотографировать. Для того, чтобы сфотографировать, просто наводим телефон, куда мы хотим, что мы хотим сфотографировать. Сзади прикладываем палец и держим несколько секунд. Пожалуйста. Все очень просто. Также можно отвечать на телефонный звонок. Когда вам звонят, просто прикладываете сзади на сканер так, палец, и телефон поднимается. Очень удобная фишка в данном телефоне.